Нежданно-негаданно миллионный Воронеж сразил птичий грипп. Один из самых опасных вирусов поразил не тысячи городских голубей и воробьев, а ухоженную, как казалось бы, под присмотром специалистов-ветеринаров, элитную птицу Воронежского государственного зоопарка, недавно отмечавшего свое 22-летие. Эти красавцы, которых вы видите, уже мертвы. Трагедия разыгралась в разгар новогодних каникул, 4 января, а уже с 5 зоопарк закрыли на карантин. Причиной стал опаснейший птичий грипп. А вот как он мог попасть на строго охраняемую территорию, выясняют правоохранительные органы. Под нож вместе с заболевшей птицей пошли и все особи, содержавшиеся в зоопарке, в том числе и 7 видов, занесенных в Красную книгу. У многих экспертов по этому поводу неоднозначные оценки. Знаете ли вы о трагедии в Воронежском зоопарке, что погибли все птицы? Да, смотрели передачу, новости воронежские показывали. Слышали. Ну да, слышали. Нет, первый раз слышу. Да, к сожалению, очень сожалею. Наверное, можно было как-то по-другому поступить. Нет, не знаю. Но я давно там просто не был. Да, слышала в новостях. Очень обидно. В курсе ли вы, что в Воронежском зоопарке из-за птичьего гриппа были истреблены все птицы? Я только что приехал сегодня из Москвы, был в военном санатории Архангельска. И вот там я услышал, мне сказали, ты слышал, что у вас в Воронеже там птицы заразились птичьим гриппом, да? И их умертвили. Вот, а как это, законно, незаконно, как они смогли заразиться, я без понятия. Указом губернатора Воронежской области Алексея Гордеева в миллионной столице Черноземья впервые в ее истории объявлен карантин для пернатых. Определены жесткие меры ветеринарного контроля. Но вот как собираются уничтожать дикую птицу, в том числе и в центре города, остается очень большой загадкой. Неужели это будет элементарный разброс отравленной подкормки, в результате чего погибнут не только многочисленная колония голубей, тысячные воробьиные стаи, но и другие виды птиц в значительных количествах, представленные в городской среде? Сейчас впервые в истории Воронежа на его территории введен карантин и принято решение об истреблении птиц, в том числе в центре города. Как вы к этому относитесь? Ну, плохо, наверное. Это, ну, как бы не выход из ситуации, скорее всего. Скорее всего, выход, мне кажется. Нет. Почему? Если он распространится на людей, и вообще это должно волновать воронежцев, в здоровье людей, в первую очередь, мне кажется, нежели Ну, ты понимаешь, что будет, если истребить всех птиц? Ну, конечно, Greenpeace закричит, но не знаю, мне кажется, что если люди начнут умирать, это хуже. Надо разбираться в таких случаях. Может быть, это один вид, и тогда популяция этого вида разбираются, истреблять его или, ну, когда такое заболевание, а не всех поголовно птиц. Какая же истреблять, это не выход, наверное, что-то предпринимать, наверное, надо какие-то вакцины вводить и работать с этим. А не то, что давайте всех поубиваем, это же все-таки экология и живые существа. Наверное, нужны какие-то профилактические меры. Истребление, конечно, жалко. Ну, мне кажется, не нужно было бы их убивать. Кому они вред делают? Я считаю, наверное, другим надо как-то способами решить этот вопрос. Потому что птицы, это надо уничтожить всех грачей, всех воробьев. Это будет очень сложная экологическая обстановка тогда в городе. Сейчас введен на территории города карантин, впервые в миллионном Воронеже. И принято решение об истреблении птиц. В первую очередь это, наверное, коснется голубей. Вот, каково ваше отношение к этому? Вообще-то отрицательно. Но если это, конечно, вредит и опасно для здоровья человека, может быть, тут какие-то меры нужно проводить, но вот повсеместное уничтожение, мне кажется, жестоко. Ну, вы знаете, это должны специалисты, наверное, решать. Ну, жалко, честно говоря. Вот и я лично на подоконнике голубей, ну, как говорится, грешный мы подкармливаем. И я видел, многие подкармливают голубей, потому что, ну, птицы есть птицы. Жалко, все это живое, природа. А как будут решать это специалисты же, зооветеринары, да? Вот. И у меня нет на этот счет четкого мнения такое. Не могу сказать. Ну, а насчет голубей, ну, не знаю, в Китае воробьев уничтожают. От этого лучше не стало. Все равно грипп появился, правильно? В Китае сначала. Поэтому не могу вам сказать однозначно, хорошо это или плохо. Наверное, когда уничтожают что-то, всегда плохо.